в эпоху развития, взрывного развития там информации, технологий, мы должны каким-то образом построить качественно новые, эффективные взаимодействия, что ли, в стране, да, эффективный метод или модель нашей всей деятельности и государства, и частного, и всех вместе как нации, как личности для сохранения своей идентичности, обеспечения безопасности и развития, процветания на нашей территории.